Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас в работе блок CIMAS 7.1A. Это Skoda Octavia, двигатель BSE. Старый блок сгорел, причем совсем. Этот блок взяли с разборки. Наша задача проверить этот блок на работоспособность. Потому что открывать с разборки блок не дают. Вот, нам надо сделать его без иммобилайзера и на столе запустить с помощью нашего стенда и посмотреть, как работают форсунки катушки. На машине стоит модуль зажигания, так что это будет у нас 1-4, это 2-3 канал. То есть всего 2 светодиода будут мигать. Для начала нам нужно вычитать информацию. Флеш нам в принципе не нужна. Нам нужен EEPROM, чтобы отключить ИМО. Без разбора блока вычитать EEPROM можно с помощью загрузчика ИО терминал. Собственно, сейчас мы подключимся и будем читать EEPROM. Затем мы сделаем ИМО OFF и запустим с помощью стенда. Так проверим работоспособность этого блока. Подключаться к блоку мы будем вот по такой схеме. Это я взял скрин, сделал из автодаты. И затем обозначил все выводы, которые нужно подключить. Ссылка на этот help будет под моим видео. Так, только стоит обратить внимание на подключение главного реле. Главное реле у нас подключается вот таким образом. Через диод. То есть вот 62 это плюс 15. Он идет на 62 контакт питания от замка зажигания. И он идет через диод на 23 контакт. Вот это обратите внимание. Вот мы приладили это реле. Вот стоит оно у нас. Значит, вот диодик. На диод поступает питание плюс 15 от замка зажигания. Через диод идет на обмотку реле. Далее с обмотки реле идет на 23 контакт. И с этого же провода у нас идет на 62 от включения зажигания. Плюс главного реле приходит на 3 контакт блока управления двигателем. Здесь у нас подсоединены форсунки, здесь катушки, калайн, бензонасос, ну и так далее, и так далее. Давайте сейчас включим блок и посмотрим, что у нас включится и что будет работать. Итак, мы включаем зажигание. Вот отработал бензонасос. Дальше мы выбираем 60-2 сигнал и подаем обороты. Как мы видим, ничего не срабатывает. Ни бензонасос, ни катушки, ни форсунки. Все молчит. Давайте сейчас будем читать EEPROM, отключать иммобилайзер и потом уже будем пробовать опять включать блок через наш имитатор. Открываем ИО терминал. Откроем 54-ю версию. Выбираем наш блок. Вот здесь справа у нас типы блоков вышли. CIMAS 7, CIMAS 7.1A и CIMAS 2. Причем CIMAS 7.1A, который у нас находится в распоряжении, может идентифицироваться как CIMAS 7.2. То есть сначала мы пробуем подключиться как CIMAS 7.1, а потом как CIMAS 7.2. И выбираем CIMAS 7.1A. Делаем Connect. Вот как CIMAS 7.1A, он не законнектился у нас. Вот на этом этапе у нас Error. Давайте попробуем его законнектить как CIMAS 7.2. Выключим зажигание. Подождем немножко, потом включим зажигание. И теперь уже будем коннектиться как CIMAS 7.2. Здесь мы видим, что коннект прошел удачно. И можно читать и
записывать наши данные. Создадим папку и назовем ее CMOS 7.1, и давайте теперь прочитаем EEPROM. Вот так быстро его терминал прочитал EEPROM и еще выдал пин-код от этого блока. Вот наш логин 28553. Вот у нас эта папка, значит, подпишем как EEPROM. Ну и давайте все-таки, если у нас есть такая возможность, сосчитаем еще и флеш. И у нас будет full флеш и EEPROM от этого блока. Считаем флеш. Вот наша флеш 29F400 прочитана. Открываем memory dump. Вот она, 512 килобайт, и сохраняем к нам в папку. Затем мы открываем EEPROM во всем известном IMA-декодере ECU Vonix. Сейчас мы модифицируем EEPROM и зальем его назад. Файл мы модифицировали, вот EEPROM, но IMA. И сейчас давайте его откроем. И зальем обратно в блок. Вот так быстро он заливает модифицированный EEPROM. Давайте попробуем, как заработает у нас блок сейчас. Бензонасос сработал. Выбираем 60-2. И даем обороты. Вот, пожалуйста, бензонасос работает. Катушки, форсунки. Первый, четвертый, второй, третий. Ну и форсунки 4 штуки. Здесь стоит на этой машине модуль зажигания. То есть работают по 2 цилиндра сразу искра. Все, можно сказать, что блок исправный. И впрыск, и зажигание есть на этом блоке. Теперь нам остается залить оригинальный EEPROM и отдать хозяину для привязки на авто. Опять мы открываем его терминал для того, чтобы нам залить родной EEPROM. Так, выбираем CMOS 7.1A. Мы уже знаем, что нам надо выбирать CMOS 7.2. Потому что CMOS 7.1A не коннектится. Выбираем CMOS 7.2. Включаем зажигание и делаем коннект. Все, ее терминал с блоком законнектился. Открываем memory dump. Открываем наш уже родной EEPROM. И заливаем его в блок. Все, операция выполнена успешно, EEPROM в блок залит. Делаем disconnect и закрываем наш его терминал. И теперь мы включаем блок. Сейчас залит у нас оригинальный EEPROM. То есть блок на столе запуститься не должен. Вот мы даем обороты, форсунки, катушки молчат. Сегодня мы с вами делали блок управления двигателем CMOS 7.1A. Блок пришел с разборки. Мы сосчитали с этого блока EEPROM, не вскрывая, потому что с разборки блок не дают вскрывать. Залили туда EEPROM IMA OFF и запустили с помощью нашего стенда на столе. Блок оказался работоспособным, то есть все нормально, можно ставить на машину и привязывать его по логину. Всем всего самого наилучшего, много хороших клиентов, много интересной работы, а самое главное, крепкого-крепкого здоровья.